Меньше месяца осталось до международного театрального фестиваля спектаклей для всей семьи «Вместе». Он будет проходить впервые с 15 по 20 мая в Ульяновском театре юного зрителя. География фестиваля обширна. В наш город приедут коллективы из Москвы, Севастополя, Мытищ, Кемерово, Барнаула, Южной Осетии и Болгарии. Параллельно с нами идет большой фестиваль в Новосибирске. То есть вот такой большой столичный сибирский город, куда попасть очень престижно. И мы боялись, что мы, может быть, не соберем спектакли какие-то такие значительные, интересные. Но, к счастью, вот все произошло с точностью до наоборот. И если вы посмотрите на нашу афишу, там представлены и лауреаты «Золотой маски», и лауреаты национальной премии «Арлекин». За 5 дней ульяновцы смогут увидеть 9 разнообразных интересных спектаклей для всей семьи, лучших профессиональных драматических театров и театров юного зрителя. Вся семья может посмотреть спектакль на любой вкус. Это и современные детские писатели, это и классическая русская драматургия, это Пушкин, Тургенев, это спектакли различной формы, например, спектакль-мультфильм, спектакль интерактивный, очень интересный, когда сами зрители участвуют в театральном действии. Небольшой театр активно готовится к фестивалю. Идут репетиции уже полюбившегося ульяновцами спектакля «Мама, папа, братья Гримм», созданного по мотивам сказок братьев Гримм. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости «Ульяновской правды».